Они называют себя кодовцами, а их стихии – информатика. Ульяновская команда школьников стала финалистами Всероссийской командной олимпиады по программированию, которая недавно завершилась в Санкт-Петербурге. Трое ребят – Сережа, Данила, Алексей – обошли 129 команд из 252. Последний раз наши юные земляки принимали участие в соревнованиях такого высокого уровня 9 лет назад. Дело в том, что олимпиадное программирование отличается от промышленного. Задачи на составление алгоритмов, которые там необходимо решать, более сложные. Все финалисты команды из Ульяновска – воспитанники Центра развития школьников «Код успеха». Всероссийская командная олимпиада школьников – это одно из самых престижных соревнований по информатике во всем СНГ. То есть там уже не только Россия, несмотря на название всероссийское, но и Беларусь, Украина и так далее. По сути, эта олимпиада тестирует фундаментальные знания в области программирования. То есть знания алгоритмов, базовые навыки в математике, разработке программного обеспечения и умение владеть языками программирования. Жюри олимпиады – это не люди. Все результаты оценивают компьютеры, поэтому погрешности в подведении итогов сводятся к нулю. 15-летний Сергей Акимов, один из финалистов олимпиады, занимается в центре «Код успеха» 3 года, а в алгоритмы влюблен с детства. Считает, что финал удалось пройти благодаря слаженной работе всей команды. Я считаю, что нам помогло довольно длительное обучение. Ну и, естественно, да, слаженность, то есть вовремя как-то находить ошибки друг друга, заменять, если что-то неправильно кажется. «Код успеха» – своего рода кузница будущих программистов. К олимпиадам и соревнованиям различных уровней в центре готовят 4-й год подряд. Занимаются здесь сотни ребят в возрасте от 7 до 17 лет. Школьники поэтапно осваивают базовые языки программирования C++ и Python, или как его еще принято называть, Python. Основные задачи, которые мы ставим перед собой, это, во-первых, развитие логического мышления, трудолюбие, и умение работать самостоятельно над сложными проблемами детей. Ну и, во-вторых, наша задача – это ранняя профориентация у детей в сфере информационных технологий. Сейчас команда финалистов вновь у мониторов компьютера. Трудятся. В день им нужно решать как минимум 3 задачи на алгоритмы. Ведь ребята нацелены в конце следующего года стать победителями Олимпиады. Рената Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.